Ну вы посмотрите, какая красота, какие сокровища, посмотрите, какие толстые доски. Блин, это же вообще сколько дров, смотрите, смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй. И никому не надо, вот видите, никому не надо. А народ, вот не знаю, ленится или что, почему не приезжают, не набирают себе дровы тут, опилки вот в дорожке, можно в гараж насыпать. Не знаю, для меня это вообще поездка, ну, мы по пути сюда заезжаем, но для меня всегда праздник. Я знаю, что я всегда здесь что-нибудь интересненькое наковыряю. А вот эта мать и мачеха пробилась, несмотря на вот такой огромный слой вот этих древесных опилов. Смотрите, молодец какая, какая молодец, какая воля к жизни. И нам надо брать пример с мать и мачехи. И несмотря на все, на все трудности, неприятности, надо жить, ребята.